Представьте напиток. Самбука. Самогорелый. Ну вон, выключатель. Нет, у меня нету зажигалки, это не то. Подожди. Давайте дам зажигалку, Максим. Здесь. Возьми, Максим. Вот, дайте мне простую зажигалку. Здесь должен быть... А почему нету? Вот, пошел. Берем, разгоняем. Ох, разгоняешь дьявола сначала. Он сначала спящий. Берешь, будешь его, будешь потом. Его. Вот так. Обязательно такая традиция. И... Оп. Пьешь залпом. Залпом. Не горячий, не быстрый. Оп. И поцелуй дьявола. Обязательная традиция. Давай. Со себя. Вот это поцелуй дьявола. Как тебе? Отлично, Ромарио, твоя очередь. Подходи. Поцелуй дьявола — это самая тема. И потом по дороге. Он бодрит. Что-то я слышу знакомые речи. А ты здесь была, что ли? Да. Ну вот. Ромарио, хочешь на дорожечку? Я тебе сейчас поднесу. Давай, смотри. Да. Так. Хорошая, да, вещь? Водички, и всего лишь ликер. И всего лишь ликер. Масс. Сколько стаканов было перебито, пока научились делать. Так, главное чуть-чуть. Вот черт, а? Вот он пошел, дьявол, смотри, схватил. Ой, ты видишь, как он? Вот, теперь берем. Поймали дьявола. Пьешь залпом. Оно не горячее, только ликерчик. Оп! А вот тебе самое интересное. Закусываешь эти. Сык! Нормально? Пипец. Отличная вещь. За рожку всегда. Всегда всем гостям. Так, а теперь я. Сыдукар in a house, Кёниг Сизи. Заглядывайте сюда. А вот твой напиток варили. Выключай, давай. Такой какой-то, знаешь, мятный такой. Не мятный, да, зачем-то.